Ну что, всем привет. Мы вернулись в нашу игру. Прошу прощения, то, что стрим у нас немножко упал. Проблемы с инетом произошли, поэтому небольшой ребут не помешал. Но возвращаемся. И сейчас третья игра у нас в паре Казандар и The Body. И это будет решаться на соустилерах. На топ-героях один на один. Да-да-да. Как говорится, если хочешь помериться яйцами, играя на соустилере. Такая давняя такая традиция. Но тут, кстати, я заметил, очень сильно играет закуп. Какой закуп будет у одного тиммейта, какой закуп будет у другого тиммейта. То есть Казандар пошел по своему обычному билду. Да, Бади... Бади, мне кажется, сейчас пойдет через два носка за 150, две ветки и две хилки. Больше урона. Мне кажется, это более профитный. Да, в принципе. Закуп, потому что потом, естественно, это будет два этих маленьких на. Как они называются, не помню. Soul Scream Ring. Будет выход на два этих Soul Scream Ring. Ну да, чтобы был атак спид побольше. Нет, что это за закуп? Где хилка еще одна, господи. Непонятно. Решил он. Тут можно было еще один тотем купить в таком случае. Ну да, странный такой закуп, и нету хилки. Второе. Мне кажется, стандартный закуп через этот самый, ну, профитный. Некоторые играют, такие лично, как Вуку играл, он покупал просто 4 носка. И, в принципе, это вначале очень сильно, может, даже и решало. Для крип-контроля. Так, у нас тут судья появился. Нежданно, негаданно. Да, кстати, можно посмотреть, как у нас там дела у Фэйл снова с Guess Who. Так, первую игру они 100% отыграли. Пока у нас тут небольшие качельки, можно посмотреть. Да, и по крипам уже 2-1, Бади впереди. Так, Guess Who выиграл первую игру. Вот так да, вот. Да, уже 2-2. Смотри, обрати внимание. 2-2, и сейчас он будет наращивать свой урон, потому что... О, Казандар что-то... Да. Что-то вообще не может заденаять ни одного крипа. Так, первый есть. Да, 2-0 против... 2-1 против 3-2. Не, сейчас, я думаю... Все будет. Конечно, наберут урона. Ну тут просто, конечно, Казандар проигрывает по атак спиду, потому что Бади сразу закупился на эту арканку. И уже, кстати, рецепт летит к нему. И еще один на Дак Бутс. Ну и выровнял сейчас, даже опережает. Не знаю, на третьем левеле сжать первый скилл. Ну не знаю, тут, конечно, пацанам виднее, они попрофессиональнее, ну, да, на соустилере. Игра может закончиться на третьем левеле. На третьем левеле надо прокачивать первый скилл и конкретно уже. Да, ты, если что, меня поправляй, потому что на соустилерах я вообще просто краб крабом. Вот подфармил крипа Казандар и плюс продамажил, так-то неплохо, смотри. И сейчас он будет быковать и правильно делает, и конкретно будет сейчас проседать будет. Видишь, просел уже на хилку. Да, просто 50% хп слетели моментально. Да. Привет, хилочка. Ну я Боди огрызается, конечно. Вот сразу. Можно понять стайл Казандара. Все-таки СС это герой Казандара, по-моему, он на нем же, да, в основном там Изи Лейн играет. Это его как-то из любимых, наверное, героев, да? Ну да, я говорю, первую игру, которую я узнал вообще, кто такой Казандар, это я увидел его в игре за соустилера. Как раз. Он показал, ну, что по крипам, тащит. По крипам просто одинаково. 8-6 на 8-6. И ну, по голде просто... чуть-чуть 9 голды выигрывает Бади. Целых 9 голды. И сейчас пойдут качели. На пятом левеле, в принципе, игра уже может закончиться. И сейчас соустилер Казандара конкретно, ну, камесь выиграет по хп и мп. И он может быковать. Да, тем более бан, это батареечка, да, прилетела. Батарейка, которая сейчас будет заряжать.
А в таких играх на соус-стилерах это, ну, один из важнейших айтемов, потому что койлы идут просто на ранних левелах. И, конечно, то, что сейчас боди без батарейки может для него сыграть плохо. Ну тут, я думаю, батарейка от кайлов не спасет. В ином случае. То, что если тебе уже летит, все, последний. Будет заряжаться у него. Не, конечно. То, что она на зарядку пойдет. Так есть вот. Батарейка. Так тут ману заполняет. Нормально так другую дамажит, но Казандар последним койлом. Так, забил я ДНД прописать. Тут фанат Генчика буйствует. Говорит, стрим моего любимого Гена. Ребят, я бы перешел, конечно, но данную пару надо все-таки добомбить до конца. Тем более интересную игру показывают, что Бадди, что Казандар. Да, перешел только в Push Gaming уже. Ну тут Бадди, смотри, выигрывает уже так значительно. Ну этот... да, по крипам. Не, по крипам, в принципе, у них все ровно. Я имею в виду, тут подпушил Тауэр достаточно хорошо. Опа. Быкуют друг на друга! Лол. Поздравляю, Бадди. Бадди проходит следующий этап. ГГВП. Кабади, молодец, переиграл Казандара. Ну что, ребята, давайте РМК и погнали дальше. Или не будет РМК? Да, вот оно, РМК. И что могу сказать? Поздравляю, Бади, отличную игру провел. Казандар чуть-чуть перебыковал, в себя поверил. Ну что могу сказать, давайте подождем следующей игры, не уходите от нас. Всем спасибо, Бани, небольшой перерыв.